Мы прошли через многое. Холод, разорение и неволю. Я рискну всем для того, чтобы летать так свободно. Решительно всем. Каракорум. Место, которое мы, кочевники, называем домом. Отец учил меня, что я должен любой ценой защищать свой дом и своих людей. И я поклялся всем, кого знал и любил, что буду защищать их от наших врагов. Так оно и было до тех пор, пока коварный змей Токто не предал и не отравил моего отца. И не застал Каракорум врасплох, разграбив его подчистую и отобрав все, что было нам. Мой родной брат трусливо бежал, оставив меня в одиночестве посреди пылающего хаоса. Моя любовь Борте была похищена, и я не смог ее спасти. И все, что я тогда мог слышать, его холодный злой смех. Никто не может пленить сокола, волка или меня. Клянусь, я освобожу нас всех. И наши враги заплатят за содеянное сполна. Мы отобьем назад всю степь, так же, как отбили Каракорум. Мы потеряли так много, но настает новый день. Время воссоединиться и заново отстроить наши дома и город. Но этого недостаточно. Во имя мира и процветания я объединю земли и народы далеко за пределами родных степей. Я великий хан, и мои армии не остановить. Я веду за собой Орду для того, чтобы завоевать весь мир. Я Уэндес, мастер конюха.
Запрягай! Первое место за мной! Я бояр, ваш верный. Куда теперь мой хан? Грохот копыт — музыка для моих ушей. У меня есть для вас новости. Я
Я Тимур, берсерк из Тумена. Запрягай! Первое место за мной! Убить врага! Убить гонца! Я буду всегда следовать за вами. Чем могу помочь? Как пожелаете, мой хан. И только поверьте мне, я не подведу.